Сегодня вас ждет видео об установке бюджетных ходовых огней из цельных диодов Кри. Но сначала я призываю вас обратить на канал Потапыч Лайф, канал жизни владельца BMW X5 E53. Полезное видео для всех владельцев бумера. Нажмите вот сюда, чтобы подписаться на канал и следите за обновлениями. Будет много интересного. А теперь всем привет! Будет видео об установке дневных ходовых огней на Toyota Vilsaifa. Вы видите их? Вон они, маленькие диоды. Диоды Кри, цельные, сплошные. Диоды, которые дают очень яркий свет, потребляют очень мало энергии и включаются автоматически. Как же сделать, чтобы они включались автоматически? Сейчас я вам покажу. Итак, открываем капот. Все устройство у нас находится вот здесь. Специально прятать в гофру пока не стал, чтобы показать вам, как это все сделано и подключено. Да, к сожалению, на видео не будет показан процесс. Показана готовая инсталляция. Тем не менее, при моих объяснениях вам будет это очень просто и легко сделать. Итак, с чего начинается процесс? Процесс начинается с вот таких вот диодов, которые мы прилепляем. Ну, как видите, у меня это сделано довольно-таки так, можно сказать, похабно. Ну, что же. Простой скотч. Двухсторонний скотч, с которым в комплекте они идут, приклеен. Ну и здесь гофра, проводки, чтобы проводки не перетереть, не перебить. Вот так вот сделано. Но если не приглядываться издалека, их незаметно. Ну иначе что нужно было бы делать? Сверлить бампере дыру вот здесь, туда уводить проводки. Да, можно это сделать, летом заняться, но инсталляция была выполнена зимой в этом гараже. Нужно было сделать срочно. И чтобы все было эффективно. Итак, вот так сделали. Гофр туда завели. Запараллелили. Там протянули уже наверх. Вот здесь. Выходит у нас провод. И куда он подключается? А подключается он к контроллеру. Вот он контроллер. Сейчас я вам на видео немножко покажу процесс распаковки этого контроллера. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Сегодня представляю видео об очень интересной вещи. Контроллер ДХО. Вот такой контроллер был куплен в Китае. Примерно 200 рублей он стоит. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, что там внутри. Внутри сам контроллер. Из него выходят два провода питания. Плюс-минус. Итак, контроллер, как вы поняли, он имеет предохранитель. Подключается он непосредственно, значит, минус, подключается вот сюда, к кузову автомобиля, плюс подключается к плюсовой клемме. А на выходе из контроллера мы имеем вот эти провода, который провод у нас пошел туда вниз и вышел к вот этим диодам. В итоге мы имеем что? Мы имеем плюс 12 вольт стабильного напряжения, вне зависимости от всяческих перепадов. Поэтому, раз перепадов нет, диоды наши не перегорают. Ну и, разумеется, контроллер включает напряжение, подает сюда автоматически при достижении определенного порога. В данном случае 13 вольт. Таким образом, когда автомобиль заведен, световые ходовые огни горят. Когда он заглушен, они не горят. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Итак, заводим наш автомобиль. Вот автомобиль завелся, и дневные ходовые огни загорелись. Прогреем автомобиль, и позже я покажу вам, как они гаснут при выключении. Итак, друзья, Toyota немного прогрелась. Теперь глушим автомобиль. Видим, что ходовые огни горят некоторое время. Пока напряжение в бортовой сети еще высокое. Слышим, что выключился видеорегистратор. Погасли дневные ходовые огни.
Итак, всем удачи, подписывайтесь на мой канал и делайте вещи своими руками.